Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 августа, день Тихона, назван в честь святителя Тихона, Задонского чудотворца. Благодаря подвигам самоотречения и любви он мог созерцать небесный мир и предвидеть будущее. Так в тонком сне ему было видение. Матерь Божия стояла на облаках, и около нее апостолы Петр и Павел. Сам святитель на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. После смерти около его гроба совершались многочисленные чудеса. Его считают помощником в избавлении от уныния и грусти. В народе этот день называли Тихон Страстный, и было принято брать икону Божией Матери, умягчение злых сердец, она же Страстная, и обходить с нее дом. Также прибирались в погребах, амбарах, проводили обряды защиты от порчи с глаза. Приметы. Если день сухой, то и осень будет суха. Если сырой, дождливой, осень будет мокрая. Ясный день предвещает суровую зиму. Если много грибов в лесу, то следующий год будет урожайным. Когда мы делаем вот эти котлетки, я сделал фарш, туда добавил чесночка для того, чтобы, как сказал, обмануть вкус, чтобы у нас такой получился мясной. Вот пищевые привычки, как их сложно убирать и несложно убирать. Потому что я знаю, ну, по моей наивности, примерно в течение лунного цикла, это где-то месяц, пищевая привычка, вот если над ней работаешь, она более-менее как-то там заменяется. Как вот у вас обстоят? Ну, это касается привычек вообще. Угу. Тут вопрос главный в том, надо ли их менять, потому что, говорят, привычка – вторая натура. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос коротко. Не знаю, как ответить, а не знаю, как коротко ответить, потому что... как сказать, вся наша жизнь по большей степени состоит из таких процессов, которые в психологии называются измененное состояние сознания. То есть это какие-то такие элементы поведения, которые наше сознание не вполне контролирует. Вот к вопросу о моей ноге, например. Если вы быстро бежите по ступенькам, пытаетесь задуматься, а как это вы так по ним быстро? Как это у вас так? Ну да, получается. То быстро бежать у вас, скорее всего, не получится. Следовательно, вы собой в этот момент не управляете. Это автоматизм. Вот так формируются очень многие привычки. Они уходят из сознания куда-то на задний план, ровно потому, что сознание надо освобождать. Это такое достаточно свежее, новое эволюционное приобретение у человека. Его объем очень ограничен. И поэтому его надо освобождать. Вот чтобы его освобождать, какие-то вещи уходят на задний план, в бессознательное. Есть некий слой, который Фрейд называл предсознание, а Тинбергер говорит, что есть светлое пятно и темное. Так вот, оттуда, из этого слоя, что-то в сознание можно вернуть. Условно говоря, любую привычку, это всего касается любой привычки, это может быть привычка к курению, может быть пищевая привычка, любая привычка. Вот привычка. Можно вернуть в сознание и переработать. Вопрос, насколько она там укоренена. Вот, чтобы ответить на вопрос, как это сделать, опять вот как коротко сказать, даже не знаю. В общем, на самом деле, очень захотеть, если короткий ответ. А, к сожалению, во многих случаях человек и очень хочет, то не может. Иначе бы не было зависимости и наркомании. Но эти зависимости... А вот почему он хочет, а не может? Что с чем связано? Это связано с тем, что в свое время Джон Лили, знаменитый американский психолог, вообще все эти работы, как это ни удивительно, выполнены на средства спецслужб. После Второй мировой войны, в 60-е годы, в конце 50-х, спецслужбы всего мира очень хорошо финансировали психологические исследования, потому что они интересовались тем, что происходило у нас в России. Но, повторяю, многие жестокие вещи иногда приводят к научным открытиям. Так бывает. Тем временем я ложу котлетки наши. Ну, это я буду тем временем болтать как раз. Вот. Да, и значит, Джон Лили обнаружил. Исследования проводились сначала на себе, в Калифорнии. Известно там Лос-Анджелес. Многие знаменитые кинорежиссеры поучаствовали в этих исследованиях. Значит, когда человек погружается в эту флоутинг-камеру, плавать,
Он сначала начинает испытывать зрительные галлюцинации активные, угу. то есть образы. Потом они уходят, но остаются слуховые. Потом уходят и слуховые тоже. И вот когда уходят и они, то человек погружается в состояние, которое Лили назвал глубинное свое. Он спит? Нет, он не спит, угу. он бодрствует. При этом он абсолютно отключен от внешней среды и абсолютно включен в свою внутреннюю. Вот такая коммуникация с собой. Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущая слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни, найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!